Люблю, когда люди улыбаются своим телефоном на улице. Может, они узнали хорошие новости? Может, это сообщение от любимого человека? Что может вызвать такую радость в этот момент? Bitcoin USD. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Сегодняшнее видео лучше смотреть максимально внимательно, постарайтесь досмотреть его до самого конца. Но прежде чем начать, я хочу сообщить вам о том, что наш мониторинг проводит очень простой конкурс. Достаточно просто угадать курс биткоина и рассказать об этом своим друзьям. Участников не так уж и много, поэтому шанс выиграть достаточно высок. Ссылка на конкурс будет в описании под видео. Итак, если вы видите любую прямую линию на графике, прямую вверх или вниз, то это не очень естественно. Вы видели, что случилось на днях, когда цена резко упала. Я скажу вам, что, по моему мнению, это очень неприродное движение. Даже, я бы сказал, нездоровое. Кстати говоря, XRP не сильно заметил это падение, ведь за 2 часа до этого в Coinbase наконец была добавлена его поддержка. И это, кстати говоря, не первый раз, когда я видел нечто подобное. Я не верю, что недавний памп был абсолютно органичным, естественным и не имеющим ничего необычного. Я просто не верю в это. Это просто не имеет вообще никакого смысла, понимаешь, о чем я? Сейчас эти события рождают множество споров, но как по мне, вот это падение стало результатом поддержки XRP на Coinbase. Как бы это странно ни звучало. Кто-то просто вложился в XRP, потому что знал, что так и будет. А чтобы вложить в Ripple, он продал, например, биткоин. И я действительно так думаю, потому что видел то же самое с Bitcoin Cash. Когда Bitcoin Cash добавили на Coinbase, цены и курсы тоже чудили. Эти цены не были естественными. И вот эти длинные свечи тому подтверждение. Не могут такие движения быть природными. Теперь я предупреждаю вас. Я видел это раньше. Пожалуйста, не саморазрушайте себя синдромом упущенной выгоды. Скорее всего, после листинга XRP начнет постепенно падать. Мы уже видели подобные ситуации раньше. Не попадитесь в эту ловушку, будьте аккуратнее, будьте внимательнее. Я думаю, что когда я опубликую это видео, то увижу комментарии типа «Ты сумасшедший». Да, у меня нет значимых или правдивых доказательств, но я просто делюсь с вами своими подозрениями. Остальное зависит от вас. Это же не финансовый совет, в конце концов. Ну и конечно, я был бы рад ошибиться. Уже больше года я вкладываю свою жизнь в этот канал, другие криптовалютные проекты и начал создавать свой собственный бизнес exchangesumo.com. Почти все это происходит в режиме реального времени, то есть вы можете это наблюдать. И если бы у меня были дети, они бы увидели во мне какого-то супергероя, который не боится менять свою жизнь, даже несмотря на то, что жена явно считала бы меня поехавшим. И смотря на недавние памп и дамп, которые с моей точки зрения были совершенно искусственными, я все же должен подойти к этой чуть ли не запретной теме. Мы должны иметь какое-то регулирование на этом рынке. То, что мы видели, это манипулирование листинговыми монетами на биржах. Мы не должны молчать, мы должны начать регулировать рынок. Мне не хочется говорить об этом и предпринимать такие меры, но вы сами все видите. Это то, что нам действительно сейчас нужно. Знаете, моя история ничем не отличается от одной из ваших, ребята. Я знаю многих из вас, кто разбирается в биржах, инвестирует и очень серьезно относится к этому делу и криптовалютному пространству. К сожалению, в этом видео не было каких-либо аргументов, которые были бы подкреплены. Но на самом деле, это видео я снял даже не ради этого. Я просто хотел высказаться о том, что я вижу и что я чувствую. Все-таки я человек. Надеюсь, что вы смогли что-то вынести из этого видео для себя, задуматься и просто узнать что-то новое. Спасибо, что выслушали меня. Увидимся в новых видео. Всем пока.